15:57. Ну, посмотрим. Идеальные крышечки в порту. Кажется, кричали хорошие в порту. Анка и прессы обожают костюмы. Хорошо, прогулочка. Вернемся к прогулкам. Вот иногда, ну, не хочется делать прогулку. Не хочется делать какие-то там вопросы, такие какие-то дела, мелочи. А ведь прогулка — это основное, что можно сказать, есть у нас в жизни. Прошелся, продышался, пообщался с природой. Это ж так хорошо. От всех этих мыслей отделался. Вот, отделался от всех этих мыслей, которые как комары налипли и сосут, сосут энергию. Любая мысль, наше же с вами порождение, которое сделано в первую очередь из нашей жизненной силы, второе — имеет информацию, о чем мы мыслим, информацию и продолжительность, пока она распадется. Естественно, они могут от нас отлетать, а потом для подпитки прилетать и опять нас сбивать на те мысли, на то настроение, которое их подпитывает. Это тоже очень интересный такой процесс. Вот почему важно хотя бы на какое-то время менять ход мыслей своих, порадоваться в первую очередь, радость вызвать, чтобы вот эти заботы исчезли, отягощающие. Чувствуете, забота отягощает, то есть она как бы давит на плечи, потом начинает плечи болеть, естественно, дальше на поясницу, поясница болит. Вот, а тут радость. Оп, она крыляет. То есть сбрасывает это все. И уже наступает такой хороший целительный эффект, который ничто не заменит. Ничто не заменит.
Вот, радуемся белому снегу, большим сугробам, вот этой красоте, что оказалось вот под снегом. Кстати, а вон, видите, луночка. Там народ, видать, окунается. Любители подледных купаний в прорубь. Дело хорошее. Ну, главное, палку не перегнуть. Раз, раз, раз. И побежали. И побежали. Очень хорошо. Ну вот. 16:03, поезд в 18:40, в 17 забирает таксомотор меня, я помчусь домой. А пока я вот, что отрадное, не по магазинам побегал, а по парку пробежался. Фу, хорошо. Вот так вот меняется мировоззрение. Меняется, естественно, здоровье. Меняются черты характера. И ты становишься совершенно другой личностью. В итоге, важно подчеркнуть, когда человек становится другой личностью, его окружают совершенно иные информационно-энергетические потоки, которые несут те или иные ситуации в зависимости от человеческого мышления, в зависимости от всего. И человек начинает пребывать в такой хорошей струе, или, как говорят, на гребне волны удачи, здоровья. Все не удается, получается. То есть из-за того, что отобралась совершенно иная информация, которая стала к нему липнуть и тянуть события соответствующие. Это уже искусство, дорогие мои. Вот в этом искусстве есть люди, очень хорошо преуспели. А те, кто живет самотеком, ну и имеет жизнь такую, какую общество ему дает, самотечную. И в плане здоровья, и в плане материальных благ, так скажем. Доброго здоровья. Добрый день. Узнали? Нет. Малахов плюс? О, Господи! Ну надо же! Для вас стихотворение с 8 марта. Спасибо большое. В окошко солнце светит ярко. И птица песенки поет. Журчат урчи. 8 марта. 8 марта к нам идет. Цветы, конфеты и улыбки вам дарим щедро от души. Мы любим вас. И понимаем воплощение любви. Доброго вам здоровья. Спасибо большое. Вы знаете, вы выглядите великолепно. Спасибо, спасибо. Скажите, а все-таки вот... Лошадиная сила действует? Да. Действует. Ой, ну мы вам желаем здоровья. Действует, действует. Вот меня лично вы очень удивили. Спасибо, спасибо. Вы знаете, вот когда еще идете, вот старайтесь внутри вызывать радость. Вот эта вот радость окрыляет, возвышает, и начинается целительный процесс идти. Вас исцеляет. И вот особенно на прогулочке пошли и смотрите, радуйтесь, отвлеклись от ЖКХ, от всех этих мыслей, пенсии и так далее, детей, которые тут проблемы тянут. И все. И пошло-пошло. С суставчиками лучше, кишечник работает лучше, глазки засветились. Обнимаю вас. Доброго вам здоровья. Спасибо, всего вам доброго. Вот видите, как побеседовали с любителями здорового образа жизни. Как говорится, мелочь, а приятно. Аж мурашки пошли. Вот это вот, когда идут по телу мурашки, вот от каких-то таких действий эмоциональных, это говорит о том, что вот вы с чем-то с таким хорошим столкнулись, плюс
Плюс к вашей ауре, к вашей судьбе, к вашим, как бы сказать, вот этим вот накоплениям, багажу тонкому, что-то добавилось хорошее, понимаете? А что-то плохое, допустим, ушло. Ну, дай бог, чтобы хорошее добавилось, а плохое ушло. Вот это уже большого стоит. Поэтому мурашки замечайте в себе. То есть механизм, как бы сказать, знаете, как оплата, прошла или не прошла. Она вроде бы началась, но не прошла. Так точно и тут. Оп! Процесс запущен, а прошел или не прошел. Затронул ли там сферы такие глубинные ваши, где ваше здоровье, и судьба, и род, и все. Либо не добрались. Хорошо. Какой снегопад был, аж ветки поломал. Да, мощный снегопадец был. А вот интересно, лежит снег на дубку. Красиво, живописно. Вот так само творчик бежит. То есть, можно сказать, идет исцеление красотой природы. Задумались об этом исцелении красотой природы. Эту красоту надо открыть пошире глаза и видеть и радоваться, восторгаться самому жизненному процессу, а не тем вещам, которые он там приносит. Ага, какие-то блага, ты радуешься этому. Нет, надо самому процессу восторгаться. Тогда эта радость утонченная, гораздо длительнее. И уже у тебя настроение поднимается. А если ты просто какую-то вещь увидел, вот, а потом она куда-то делась, и ты опять погас. Вот такие, видите, интересные мысли приходят. Нестандартные. Совершенно нестандартные. Погода не греет. Вот. Кто идет, кто на лыжах катится, кто педали крутит. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тра-на-на-на-на-на-на-на. Тари-бара-па-па-па-па. Синички, но я ничего не взял. Семечки клюют. Хорошо. Все-таки как приятно вдыхать вот этот морозный воздух. Он идет через нос и освежает вот эти вот места, где как раз идет съем энергии. Синечка.